В связи с эпидемиологической обстановкой в округе, распространением коронавируса, Центр занятости населения с 19 октября перешел на режим дистанционного обслуживания граждан. Все заявления и документы принимаются в электронном виде. На сегодняшний день центр работает в очно-заочном формате. Подробности в следующем репортаже. Центр занятости населения работает в дистанционном режиме. Исключение составляют люди, которые испытывают трудности при постановке на учет, те, кому нужно забрать документы или же по другим весомым причинам. Встать на учет можно дистанционно, через портал госуслуг, заполнив заявление. Несмотря на напряженную эпидемиологическую ситуацию, рынок труда стабилен. По сравнению к прошлому году, даже можно сказать, на том же уровне, поэтому ситуация на сегодняшний день на рынке труда стабильная. Численность обратившихся составляет более 800 человек за весь период, начиная с января месяца. Порядка 260 – это граждане, которые уволены после 1 марта 2020 года. То есть та статистика, те граждане, которые в период коронавируса, да, остались без работы. Поводом постановки на учет по безработице могут послужить все возможные обстоятельства. У многих по-разному, да, кого-то не устраивает заработная плата, кого-то не устраивает режим или график, а кто-то, конечно, соглашается с теми условиями, которые предлагает работодатель, и опять-таки их достаточно. Центр предлагает временное место, профессиональное обучение, получение новой квалификации и помощь в содействии самозанятости. Ознакомиться с необходимой информацией можно на портале госуслуг, на интерактивном портале Центра занятости, через социальные сети и по телефону, указанному на экране. Анастасия Шиховцова, Евгений Садыков, программа «Время местное».